Рэп – это исполнение словесного речитатива под ритмичную музыку. Тематика текстов абсолютно любая, как и основной посыл. Сегодня на сцене ДК «Молодежный» встретились лучшие рэперы Анапы. Самому молодому из них, Виктору Богушевичу, всего 12 лет. Но тем не менее, он нашел в себе смелость выйти на одну сцену с опытными исполнителями. Занимаюсь уже месяца 4. Все началось с того, как первый раз побывал на концерте Димы Декса. Там появилась мотивация и начал писать. Песни пытаюсь выбирать там, чтобы был донесен до людей смысл. Песни не всегда так получается, потому что я еще самый юный, поэтому не получается мне еще всегда донести точную мысль, чего я хочу донести. А вот у Игоря Никитина получается хорошо. Он в этой субкультуре уже более 3 лет. Намерен и дальше развиваться в этом направлении. Я выбрал рэп, меня на это подсадил мой друг. Но сначала он подсадил меня на американский, потом, когда первый раз ходил на концерт Басты, перешел на русский рэп. Для меня это искусство самовыражения, показать, на что ты способен, доказать всему миру, что ты что-то стоишь в этом мире. И просто показать свои таланты. В Анапе любое молодежное течение находит поддержку. Администрация города и молодежный центр 21 век берут на себя все организационные вопросы подобных мероприятий. Одним словом, создают условия для того, чтобы молодежь направляла энергию только в мирное русло. У нас очень развита на самом деле рэп-культура, рок-культура и вообще неформальное музыкальное творчество. Рэперы в этом плане выделились особенно, потому что пишут треки себе сами, они огромные молодцы, проделывают большую работу. Участвуют в краевых различных конкурсах. Вот «Свежий ветер» у нас ежегодно проходит, муниципальный конкурс. Вообще собирает очень много участников по сравнению с другими городами. И ежегодно какие-то призы и призовые места, там различные номинации получают уже на краевом уровне. Заряд позитивной энергии получили как и зрители, так и исполнители. Дальше у ребят подготовка к краевому фестивалю современного молодежного творчества «Свежий ветер», который пройдет в апреле 2018 года. Руслан Душевский, Анапа регион.